Работаю в новостях на телеканале «Енисей» и ежедневно погружаюсь в поток новостей и разных событий. Мы вещаем на весь наш большой край, и это огромная ответственность. Отдых мой проходит под девизом «Лучше гор могут быть только горы». Но несмотря на занятость на работе, я не сторонник спокойного и размеренного отдыха. Свои выходные я стараюсь провести с пользой. У меня большая компания друзей. Зимой мы вместе катаемся на лыжах и сноубордах. Всегда смотрим на Катю в эфире «Енисея». Теперь все зрители узнают, что она не только профессиональный корреспондент, но и хороший сноубордист. Бывает, отправляемся в большие путешествия, например, в заповедник Кьергаки. А на выходных ездим в маленький родной Дивногорск. Я очень люблю этот уютный город с живописными пейзажами, чудесным видом на горы и красивой набережной. И мне достаточно этого, чтобы отдохнуть душой. Дивногорск – это город, в который мне всегда хочется вернуться.